Студенты, преподаватели и общественность Рязани почтили память великого мастера поэтического слова и возложили цветы на могилу Якова Полонского в знак восхищения талантом гениального поэта. Затем в Рязанском политехническом институте была открыта памятная доска, сквер и скульптурная композиция, посвященная великому поэту. Эти мероприятия прошли в рамках 20-летия со дня присвоения вузу статуса института, которое получено 18 мая 1998 года. Эта доска посвящена не конкретно человеку, который жил или работал, или учился, а посвящена событию. И вот в этом здании, бывшей первой мужской гимназии, произошло очень важное событие. После приезда сюда императора Александра II, ему были прочитаны стихи молодого поэта, гимназиста Якова Полонского. И эти стихи его очень очаровали. И он поэту Жуковскому передал свои золотые часы и просил вручить молодому поэту. На уникальное по своему содержанию и масштабу события собрались администрация Рязанской области и города, ректорат Московского политехнического университета, руководители министерств, ведомств Рязани, руководители промышленных и строительных предприятий, представители общественных организаций, студенты, преподаватели и сотрудники, жители города. Мы гордимся тем, что находимся в центре, в сердце Рязани. Мы гордимся тем, что мы являемся продолжателями славных традиций наших славных земляков, выпускников первой мужской гимназии, которые прославляли не только Рязань, но и Россию. Знаковое событие должно оставить свой след не только в памяти людей, но и постоянно напоминать о себе. Поэтому торжественная церемония открытия сквера Якова Петровича Полонского продолжилась посадкой памятных деревьев, чтобы рязанцы могли посетить этот зеленый островок, находящийся в Политехническом институте. Если говорить о ваших выпускниках, то действительно они ведут коллективы на рязанской земле, работают сами руками, головой, и везде и всегда их отличает особая ответственность и особый подход. Я должна сказать, что сам Игорь Александрович – человек с активной жизненной позицией, всегда рядом со студентами, вместе с преподавателями своими. А это, наверное, заряжает и молодежь, и дает им право гордиться вузом, потому что все сообщество вуза – это единая семья. Ну и, конечно, спасибо вузу за сохранение историко-культурных традиций и наследие нашего края. Для вас, уважаемые студенты, большая честь учиться в этих стенах, и, конечно, надо эти годы пройти достойно. Для меня особенно важно, что институт празднует этот юбилей, связывая свою историю с выдающимися выпускниками. Вот сегодня мы чествуем Якова Полонского, выдающегося поэта, прозаика, который вошел, как я уже говорил, не только в историю Рязанской земли, но и всей России. Профессорско-преподавательский коллектив Рязанского политеха уверенно двигается вперед, продолжая успешно решать задачи не только в подготовке высококлассных специалистов, но и в формировании духовно-патриотического потенциала студенчества. Олеся Котровская, Олег Парамзин, телекомпания «Город».